Всем привет, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу еще об одном принт-шопе. Это достаточно неплохой и не совсем маленький принт-шоп, но возможно, что вы о нем еще не слышали. Называется spreadshot.com, если я правильно читаю, ссылочку я оставлю в описании. Посещаемость этого принт-шопа 3,5 миллиона в месяц. Из них США 44,31%, Германия 11,19%, Франция 3,71%, Марокко чуть больше 3% и Канада чуть больше 2,5%. Напоминаю, что принтшопы – это такие сайты, на которых художники, иллюстраторы и даже фотографы могут загружать созданные собственноручно дизайны. Те картинки, которые вы, например, нарисовали или сфотографировали, вы загружаете в конструктор. И затем нужно расположить вашу картинку виртуально на различных товарах, затем сохранить, отправить на продажу. И если кто-то будет покупать товары с вашими картинками, с вашими иллюстрациями, вы будете получать определенный процент от каждой продажи. Конкретно на этом принтшопе можно размещать дизайны как обычно, как на большинстве принтшопов, а также можно открыть отдельно собственный магазин, чтобы не быть привязанным к конкретному принтшопу. Какие у них есть товары? Есть разного рода одежда, то есть футболки, майки, головные уборы есть, пояса, банданы, сумки, чехлы, есть также фартуки, коврики для мыши, маски и даже пижамы. Там большой ассортимент товаров и даже можно напечатать что-то для себя, для своих друзей. То есть ассортимент позволяет, и вы можете загружать собственные дизайны и порадовать близких людей. Но также, конечно, в первую очередь вы можете заработать достаточно денег, если продукцию с вашим дизайном кто-то будет покупать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, слышали ли вы что-нибудь об этом принтшопе, а может быть, вы с ними уже сотрудничаете, у вас есть какой-то опыт. Возможно, что я тоже попробую зарегистрироваться и, наверное, если у меня там будут продажи, я буду, конечно, о них рассказывать. Но просто охватить сразу большое количество ресурсов очень сложно. Но вообще я запланировала себе этот принтшоп. С моей точки зрения он достаточно интересный. Всем спасибо за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!